2 декабря наступает срок уплаты имущественных налогов за 2023 год. Улан-Удэнцам напоминают, что до его окончания осталось всего несколько дней. После 2 декабря должникам будут начисляться пени. Поэтому гражданам, имеющим в собственности дома, квартиры, гаражи, а также земельные участки и автомобили, необходимо исполнить свои обязательства по уплате налогов в срок. Уплачивается, соответственно, земельный, транспортный налог и налог на имущество. Начисления по этим трем налогам за 2023 год у нас составляют сейчас 677 миллионов. Всеми сотрудниками администрации города проведена досрочная уплата налогов до 1 ноября, то есть на месяц ранее срока. Все налоги, поступающие в местный бюджет, направляются на финансирование и содержание муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, ЖКХ, на содержание и ремонт автомобильных дорог и не только. Рассылка налоговых уведомлений уже завершена. До срока уплаты осталось буквально 3 недели. Необходимо платить налоги не позднее 2 декабря. Сделать это можно через личный кабинет, также налогоплательщика, через госуслуги, через онлайн-сервисы банков, мобильные приложения, это терминалы банков, через сервис налоговой службы уплата имущественных налогов и пошлин и через отделение почтовой связи. Уже после 2 декабря неуплаченная сумма налогов превратится в задолженность. Она состоит из самой суммы налога и пени, которая растет каждый день. Как только общий долг превысит 10 тысяч рублей, налоговая служба начнет судебную процедуру принудительного взыскания за счет имущества должника. При этом должника еще и обяжут возместить все судебные издержки. Мария Латышева, Сергей Медведев, Новости дня.